Всем ни бага ни лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа. С вами Жека, и сегодня мы начнем прохождение новой головоломки на нашем канале под названием Wardrobe. В переводе это примерно, наверное, значит как гардероб или что-то в этом роде. Хочу небольшую вам предысторию рассказать, что для меня представляет эта игрушка. Купил я ее, даже предзаказал, можно сказать, еще в прошлом году. Вышла она в начале этого года, в феврале. То есть игрушки, ну, достаточно скоро будет уже почти год. И что вы думаете? В Стиме было написано, что есть русский язык. Я же радостный, купил сразу же, предзаказал даже. Русского языка не оказалось. И вот буквально сегодня, и это я не знаю, когда у вас там игрушка выйдет, но тем не менее, буквально сегодня увидел, что игра обновляется. С надеждами побежал скачивать игру, зашел и действительно добавили русский язык. Вы не обманывайтесь, игрушка не просто какой-то там, как вы видите, про скелета или про двух друзей непонятного, да, квестик. Она полна огромным количеством отсылок, всевозможных поп-культуре отсылок. И даже к нынешним временам. Дело в том, что здесь есть отсылка к Don't Starve. Да-да, к нашей любимой неголодайке. Так что не пропустите ни одной серии, смотрите внимательно. Тут мы найдем много классных отсылок. А вам всем приятного просмотра. Мы начинаем. This is the story of two young guys. Bound in friendship. Это история о двух парнях, связанной дружбой и судьбой. Ronald and Skinny, as often happened, went out for a picnic together to spend the day in the neighborhood countryside. Хм. Интересно, два парня Suddenly, на пикник ходят. Ronald pulled a couple of little plums out of his basket and gave one of them to his friend. Delicious. Вкусненько. Deliciously. Смертельно вкусно. Один из друзей подавился сливой, а другой друг убежал. Помните, что мы The boy's corpse stayed there for hours, enveloped by blades of grass, until all of a sudden что-то не произошло. Something happened. A new spark was instilled in Skinny's body, reduced abruptly to a skeleton, wow. And slammed him inside Ronald's wardrobe, cursed to watch over his friend for the rest of his days. Or at least until today, when our story starts. Отсылка к Сонику там была на плакате. То есть это как Рэндалл Манды, да? Мы за другом следили, что-то в этом роде. Прикольно. Оп, и вот мой скелетон такой. Morning, sunshine. Hi, Nat. Forgive me, but I didn't sleep very well tonight. Are you sure you really want to talk to him? I have no other choice. He'll have a heart attack if you ask me, and he'll end up keeping you company in the wardrobe. I really hope not. То есть мы в комнате друга сейчас. Так, давайте посмотрим, что. Ну, во-первых, у нас есть тут подобие какой-то PS-ки или Соньки, наверняка какой-нибудь, или, может быть, там, Xbox-а какого-то. Динамит. Хм, наверное, классно. О, вот это заметили? Мне надо разговаривать. Вот это заметили? Вот это заметили? Ну, прикольно же. Splinter Cell — это понятно. Капитан Америка — это тоже понятно достаточно. Это картине отсылочка. Тут вместо... вот этого мозга должно быть яблоко. Но это... это круто. Чё у нас тут еще какие отсылочки? Гитары, может быть, это к чему-то, может, суперхиро какой-нибудь там, гитархиро и так далее, да? Прикольный коврик в виде сыра. Вот это круто. Вот это прикольно. Но, Калифорния, может... А я не знаю, может какая-то тут еще есть отсылка. Но я больше... Если вы видите отсылки, давайте как в Рэндалл Манды, когда мы проходили, мы вместе искали отсылки. Если вы видите какие-нибудь отсылки, которые не нашел я, обязательно пишите их в комментариях. Я с удовольствием почитаю. Итак, не знаешь, куда делся Роналд? То есть нашего друга зовут Роналд, да? Угу. Я просто не знал, кто из них кто. Этими фиговинами Роналд еще не заговорил. А, то есть он еще... от смерти друга он, короче, перестал разговаривать. Так. Do you know where Ronald's gone? Знаете, где Ronald? Everybody left a couple of hours ago, but I don't know where they went. They were all very nervous. I don't know why exactly. It'll be the usual sale at the mall. The mother superior must have straightened them up as usual. Может, они ушли на похороны как раз-таки тебя? Не, парень, ты не задумывался. When will you stop eating those things? Would you care for some, maybe? How many times do I have to tell you that I'm allergic to plums? Kick. Just looking at them, I'm getting hives. Man, you don't have any skin at all. And anyway, they're nuts. Otherwise, why would Ronald have given me this name? He probably just wanted to be
alternative. You're a lost cause. Ты безнадежен. Окей, у нас аллергия на сливы. Или вот он так шутит, типа мы умерли от сливы, значит у нас типа на него аллергия. Но если у нас аллергия, нахрена мы ели эти сливы? Это тупо. You should know that by now. He hasn't said a word since you died in front of his eyes. I don't want his soul to be damned forever. If that stubborn guy won't open his lips for himself, I'll take steps to loosen his tongue. А, то есть мы останемся... Don't hurt him too much. Не бей его слишком сильно. Мы останемся в теле вот этого, получается, скелетончика до тех пор, пока не заговорит наш друг. А он, наверное, получил большой стресс, ну потому что... Я только заметил. Вместо яблочка кучка говна. Прикольно. То есть он будет молчать, да, пока... То есть он пока он не заговорит, мы никуда не денемся. Мы будем вот так уходить. Мне надо бежать. All this excitement loosened my bladder. То есть это норма, да, что скелет пошел в туалет? Скелет пошел в туалет. Немного погодя. Погодя. Опа. What the fuck? I like this room. Start here then. Put the little pet in the van. In the meantime, I'll prepare the boxes in the living room. And don't do it like last time when you got hit by a car while loading the stuff. There are colored books on the walls. But you don't even know which side a book opens on. I like colored books. Почему у меня Руфуса сейчас напомнил like? Вот этот Растаман? Working for free to pay for broken things marked fragile. Do you understand? This carpet. It's soft as a marshmallow. Marshmallow. I like marshmallows. I should have listened to my dad when he told me to be a florist. Марио. Забавно, что у парня справа надпись на майке была Марио. Ух ты. Ah, I really needed a shower. What? Так, закрыто. Boss, it won't open. Let's keep working on the ground floor then. In the meantime, I'll ask the lady about a key. А ключ там внутри. I'm afraid this damn move will take longer than expected. То есть они куда-то переезжают. Почему? Непонятно. Так. Я уже тут начинаю замечать. И что мне теперь делать? Apologies for the delay. I was late with the tutorial. Подожди, это типа players are not what they used to be anymore. Типа закадровый голос. Cut to the chase. I'm here to explain the game controls to you. Прикольно. Well, I'm not interested. I'm not asking you, skinny. Let your player skinny. Decide. Skinny, ну, skinny, типа кожа, да, мы без кожи, ну забавно, забавно. Смотрите, в первую очередь, ну, понятно тут, отсылка к какому-нибудь там, я не знаю, резня бензопилой в Техасе, да, ну почему бы нет, очень странно, что это получается детская комната, мы в комнате нашего друга, и у него почему-то вот это. Ладно, уточка это банально, это понятно, у нее, кстати, охрененная ванна, это посмотрите, тут офигенная ванна, это как бы струи, это делает массаж, ребят, у обычного парня, нифига себе, офигенная ванна. Уточка это понятная отсылка, это у нас Хитмен, это стопудово Хитмен, чтобы кто мне не говорил, это Хитмен, уточка это Хитмен. Вот это, я могу ошибаться, но эта палка не случайно ли из Короля Льва, помните худую обезьяну? Бум-балахахум. Я не помню, как он говорил там. Вы помните такую придурковатую обезьяну? Придурковатую, которая там все время палкой била как раз-таки нашего... Не Муфасу, а как его? Симбу. Симбу била этой палкой. Кажется, это как раз-таки оттуда. Блин, очень круто. Очень круто. Скейт может быть откуда-то еще, но офигенное решение скейт повесить. Сделать из него... спуск туалетной бумаги, а так я больше не вижу на самом деле никаких отсылок. Медведь, это к чему хочешь могли быть отсылки. Так что, ребята, приключение час. Так, а вот доска, ну, это может быть еще к чему-то отсылка, но я не уверен, если честно, где такая вот улыбка была. Мне почему-то хочется сказать какой-нибудь Робинзон Крузо, но я могу ошибаться. Ну, да, да. Мне это очень бы помогло. Продолжай, я бы... Да давай, давайте послушаем. Прикольный Perfect. Парень. Let's start with the basic commands. The mouse left click is used to move around your surroundings. Mm-hmm. When interacting with hotspots, holding the button and then releasing it on one of the available icons will perform the accompanying action. Uh-huh, try with the chainsaw. Попробуй на бензопиле. То есть вот бензопила. И тут у нас есть посмотреть, наверное, взять, взаимодействовать и... А ну давай посмотреть. Don't ask any questions, believe me. Skinny, try to be a little more accommodating. This is a tutorial. Now try to open the green satchel. Теперь попробуй открыть зеленую сумку. Вот так, наверное, да? It was the wrong interaction. But don't worry. This is used to pick something up. I would like you to open it instead. Ты можешь просто нажать, чтобы открыть. Я могу просто тыкнуть, да? Нет? Нет. А может правой? Нет. А ну вот так?
There is something inside the satchel. Попробуй это взять. Try to pick it up. Ага, взаимодействовать и подобрать. Вот так. Ma, there's gold in this here bag. Тут золото. Чё? Ah, no. It's just pyrite. Don't be fooled by appearances. It could be more useful than you can imagine. Иди у нас инвентарь. For some hotspots, there's only one action available. So a left click with your mouse will be enough. Try to check out the bin. Попробуй отмотреть мусорное ведро. То есть я могу просто кликнуть. Опа. Ты видел? Was this really necessary? The player asked for our help. It's important to learn the game controls. Now let's take a look at multiple choice dialogues. We already saw them on our own. These constant delays are embarrassing. Well, what else? Holding the central button of the mouse or pressing space, you'll see all of the hotspots with which you can interact. With the mouse wheel or pressing tab, you'll open and close the inventory. That's all. And now if you'll excuse me, I'm in a rush and I've got to go. Is that it? I never saw such a sloppy tutorial. You're right. It's just that I'm busy like you. Так, сорянчик, отвлекли. А ну, посмотрим. I'll never get used to that sight. Я никогда к этому не привыкну. I'll never get used to that sight. Прикольно. Так, ладненько, на пробелечку у нас мы можем посмотреть, что это такое. Мы взяли дротик, а мы можем просто кинуть дротик, да? И мимо. You've probably already figured out I'm not exactly an ace. In my defense, you have to admit that it's not easy to throw without real joints. You're embarrassing. That's it. То есть больше я не взять не могу. У нас есть инвентарь, колчедан. Это, я говорил, помните, я говорил, что это, у нас тут есть отсылки к непосредственно Don't Starve. Я думаю, это, ну, это, конечно же, не отсылка, да? Ну, то есть, что это может быть у нас типа на селитры, да? Типа, нет, конечно, нет. Но похоже. Согласитесь, и инвентарь в виде огромной твоей, получается, грудной клетки, это прикольно. Это на самом деле прикольно. Есть теперь куда спрятать горящую свечку, да, Руфус? А? Шах и мат, Руфус. А ну, медведь. Мы можем посмотреть, может, давайте посмотрим на медведя. I must say that he has the softest fur. Nothing soft about you stepping on my back. Так, хорошо, а можно им... Hi, bear. Привет, медведь. О, можно поговорить с медведем. Восхитительно. Что почем? What's new? Nothing. Since I'm forced to stare at the sink. Hope I'll be luckier in the new house. Mm-hmm. Do you want me to give you your happy pills? How many times do I have to tell you that I don't need them? Besides, I have my duck. She makes me feel good. You have to understand the bear is convinced he's married to the duck. Оу, он убежден, что женат на этой уточке. What the fuck? Значит, надо забрать у него уточку, да? Что думаешь об этом переезде? How do you feel about this move? I hope I don't end up in a bathroom in front of another dripping sink, or I'll go completely crazy. You better find a way to get out of this house and into that van. What are you waiting for? Чего же я жду? Ты видел Рональда Макдональда? If you mean naked, yes. Every single day. And it's not a pretty sight. Come on, Bear. You know very well what I meant. Early this morning. Usual time. He was a little down in the dumps. I mean, more than ever. But nothing particularly suspicious. То есть, его, ну, огорчила наша смерть, да, друга, но не очень. Have you had any other hallucinations since the last time? Luckily not, Mr. Hunter. Bear, I'm skinny. I'm just messing with you. You're the little wuss without a backbone. I would argue that claim. Окей. Now I have to go, Bear. I guess so. Мишка, спасибо тебе за информацию. Я пойду поищу еще что-нибудь. У нас тут есть окно, у нас тут есть туалет. Ой, сколько можно всего сделать в туалете. This isn't like reading tea leaves in a cup. There's nothing in there I want to see. На чайной гуще. Так, а что я могу еще... I'm okay. But thanks for worrying about the well-being of my intestines. Skinny, you don't even have intestines. Да-да-да. That's not true. I'm simply constipated. Ну, просто запор, да. Ну, бывает же. Is there anybody down there? Никого нет. Странно, я ждал Руфуса. Do you really demand an answer? Слушай, я могу уточку взять и сначала посмотрим на нее. Even at his age, Ronald can't really get enough of squeezing this thing. I can't imagine what the bear would do to Ronald if he still had his spine. I'd give him a nice tattoo on his back for starters. Так, ну, возьмем. I don't want any trouble. Wise decision. Да ладно, он боится медведя? Кек. Bones off. Кости прочь.
Don't you dare violate my lady. Не смей трогать мою леди. А поговорить с ней? I wouldn't try. The bear gets jealous easily. I'm watching you. I'm watching you. А ну давай еще раз. Plums. Сливы. Et tu, Brute? Ты Brute. Bones off. А ну все, зацикленные, короче, до фразы. Don't you dare violate my lady. И последний раз. Давай еще раз, чтобы точно дойти до конца. Plums. То есть слово сливы его ранит. Его ранит слово сливы. Почему я палку не могу взять? Ну ладно, давай посмотрим. Don't ask any questions. Не спрашивай. Let's just say I'm not exactly interested in the item. Ничего интересного. 201 times is more than enough. 201 раз достаточно? 201? Это может количество жертв? I could justify such an action only if you show me you're on hallucinogens. Так, ладненько, что у нас осталось? Вот это и вот это, да? Давай-ка мы откроем сначала и посмотрим, что у нас тут есть. У нас тут... Может, что у нас тут еще? Типа датчик, может, какой-то поисковик? Столько лейкопластыря? Нахрена этому парню столько лейкопластыря? Тюбики. Я не знаю, что это? Это может быть какая-нибудь отсылка? Это точно его комната? Откуда здесь помада? Это может быть не только его комната. Ладно, смотрим. У нас тут, типа, есть электрическая бритва, причем... Включенный. У нее есть провод, значит, она не на батарейках. Может, она и на батарейках и так, но, по крайней мере, очень странно. И она включенная, да? Что у нас тут есть еще? Сверху можно выжать тюбик, а это таблетки. Давай посмотрим. The psych meds of cousin Jason. Come to think of it, we've suddenly lost track of him. Кто-то пропал. Так, у меня есть таблетки теперь. Я могу бритву взять. I don't think it's a good idea. Я могу ее выключить. What am I supposed to shave? Что я должен брить? Besides, this isn't exactly the height of hygiene. И я типа не могу, да? А я могу, допустим, взять что-то и перетащить. I'm running out of ideas. У меня кончились идеи. Не, понятно, я просто интересно, как это взаимодействует. Так, понятно, трогать. Я могу потрогать это. Так, и все, да? То есть это просто я нажал. Стандартная такая зубная паста. Раньше такие очень-очень популярны были, сине-бело-красные. У меня ничего там больше нету. Эскейп, таблеточки, может быть. No. Нет, ну я попытался. Может, ну, по крайней мере, таблетки мы отсюда взяли, это точно нам нужно, да? Туда мы пройти не можем. Или. Вот! What happened to my wardrobe? I can't be separated from my wardrobe. It's a matter of life or death. Это вопрос жизни и смерти. Well, они забрали. I mean, you know. Ну, вы понимаете. Они забрали мой гроб. What? Jerry's home. Jerry's home! Да ладно! Это офигенная отсылка. Вы понимаете, что это? Это дом Джерри. Том и Джерри, ребят. Том и Джерри мультик. Ну, это понятно. Это cake is la, cake is a... Ну, короче, портал. Это понятно. Это так понятно. Что тут можно у нас взять? О. Открутить. Зигмунд Фрейд? В смысле? Где тут Зигмунд Фрейд? Вы видите тут Зигмунда Фрейда? Я не вижу. Ну, и кто не знает, Зигмунд Фрейд — это психолог. Был такой, который все сравнивал, что нами управляет, ну, грубо говоря, половое влечение. Давай посмотрим. A disaster I made with some apricot marmalade years ago. I never understood how Ronald's parents could think it was Sigmund Freud's face. Чё? Это вообще не похоже. Phallic symbols everywhere, right, Sig? Так, ладно, давай открутим. Чё, не? Man, what an epic fail. Epic fail. Играть? Мы можем поиграть. Do you think this is the right moment to play games? А почему мне? Do you... Ладно, так, дрель. One of the movers must have left it here. Давай-ка мы попробуем. О, дрельку забрали, хорошо, у нас там еще и проход. А я могу, ну, вряд ли дрелька это сделаю, но тем не менее я хочу попробовать. Нам надо наконечник на дрельку. It's not a pincer. Это не клещи. Ладно, what? Что тут происходит? Почему этот человек с выдрой обнимается? Что? Слендермен! Слендермен! Прикольно. Оп-оп, смотри, двигается. Ой, столько отсылок. Ну, это Слендермен, это понятно. Это красивая девушка, якобы, да, из нарисованного мира. Я, правда, не помню, как она называлась. Где, кто подставил кролика Роджера. Вот как-то так мультик там, полумультик, полуфильм называется. Майнкрафт! Смотри, Майнкрафт.
Круто. Мишка. Это Мишка из какого-то мультика. Напишите название мультика, потому что я не помню. Но это из какого-то мультфильма точно. Вот это отсылка, знаете, к чему? А я могу ошибаться, но мне кажется, к Анепику. Вот просто к Анепику отсылка. Ну, это если, конечно, кто проходил. А этого дядьку я не знаю. I suggest you avoid careless moves. Это может быть отсылка к статуе на острове Пасхи? Но я очень сомневаюсь. I suggest you avoid careless moves, if you value your skin. I already lost mine a while ago. Это конопля? Ароматная трава. Да, да, ароматная трава, конечно. Ronald's father has never been a green thumb kind of man, but you should see the level of dedication he has for them. Ronald's mother is very satisfied too. She says they give a nice scent to the whole place. Sure. Sure, такой... I'm already conspicuous enough for my skeletal appearance. Just imagine a drug put... I mean... An herbalist skeleton. You'd like it. Тебе понравится? You're already high, huh? Ты обкурился, да? Слендермен. Здравствуй, Слендермен. I know where this is going. With this trick, we lost four relatives and eight of the cat's nine lives. That critter won't get closer to the living room, even under torture. Так, могу ли я взять? I can't and mostly don't want to touch it. Не хочу его трогать, а так? I think you need a permit to carry something like that. А, поговорить? Better not open channels of dialogue with this kind of person. Так, ладно, вниз я пока не хочу, я хочу потыркать на телевизор. Опа, банк грабит кто-то. Кто-то грабит банк. Я могу тут? Ага, тут только выключить. А что тут? Банк, банк, robbery. Robbery банк какой-то, три машинки. Кто-то что-то разбил. Ну, понятно, я могу уйти. А, обязательно выключать, видишь? Обязательно выключаем телевизор, когда уходим. Так, что это? Пыльный монстр. Окей, прикольно. А, у нас тут почему-то писающий мальчик, прям писающий струей камня. Каменная струя у пальчика. Так, пыльный монстр. Хочу посмотреть на пыльного монстра. It's a sort of big ball of dust. And who the hell are you? Have some respect. Stupid bony human, you're looking at the future conqueror of the world. Еще один, как камни были, да? Как камни из Кольца Чумира. Only dumb characters in this game. Don't laugh, that goes for you too. Ты такой же прыгающий Джимми. Jumping Jiminy. Not me. I can't jump. I have no legs, and my name's not Jiminy. I meant, where did you come from? From under the hardwood floor. I was stuck there for years, but now I'm finally free and will have my revenge. Господи. Серьезно, тебя в мусорку тебя спустят очень быстро. Listen, not to curb your enthusiasm, but you look pretty harmless to me. What? I mean, you don't look blessed with any particular abilities or of great intellect or any intellect. You can't expect to get very far without a well-constructed plan. Ah, you're right. Think about it, okay? Okay. Who would be your nemesis? The Swiffer? I don't know any Swiffer. Forget it. Понятно. I have to go. Bye. Bye. Что у нас тут еще? Урна с прахом. Так. Так. This contains the ashes of Grandma. May she rest in peace. Покойся с миром, бабуля. I still remember the day I didn't notice her, but she saw me. Fortunately, she mistook me for Ronald. She fattened him up for the next three months. I confess, I've always been curious. Так, понеслась. Что? Там были жвачки An все ending это время? So unexpected. Just another small interruption to tell you that it may sometime be possible to pick up the same object more than once. Another belated circumstance where you show your negligence. But thanks for the tip. То есть он намекает нам, что с этой урной можно постоянно брать жвачки. Для чего-то. Вот, кстати, непонятно для чего. Вот прикольная штука сзади, явно отсылка к Кока-Коле, но это грог. Грог. Какой-то напиток такой. Орочи нет был? Разве нет? Так, что у нас здесь? As they always say, you never know what might come in handy. Что может пригодиться? Ладно, давай возьмем челюсть. Почему бы нет? Ей, у нас есть челюсть. Ладно, пошли вниз. No way, those two guys are still down there. А, два парня еще там, ну нифига себе. Так, а что у нас вообще есть, получается? Таблеточки? Слушай, а если я ему таблеточки дам? Не хочет ли этот пыльный монстр таблеточек? Ну мало ли. Too few collateral effects. I would need something much more unstable. Unstable. Так, может жвачку ему дать? You are aware that this request makes no sense at all, right? Так, что у нас еще есть? Зубы. Зубы, чтобы он покорял I wouldn't know мне. What to do. Нет? Вот это? I wouldn't know how to use...
Так, ладно. Ну, пойдем тогда попробуем. Попробуем. Что? Дра Джерри. Дра Джерри, может законопатить ее? А, она ж не юзабельная, я забыл. Да, она не юзабельная. А, нам вот эту штуку надо открутить. Но я даже не знаю, чем ее открутить. Может быть, попробовать вот так? Наклеить? Definitely unlikely. Ой, слушай, а здесь вот так. This could start the final battle between the good and the cavities. Добром и кариесом. Why should I? Так. Definitely. I don't think I'll using every. Can you be more specific? Why should I? Better not. Definitely. I'm running out of. Я пытался, ребят, я пытался. Так, ладно, зубы. Можно. Definitely unlikely. Что, конечно, маловато, что? You are aware that this request makes no sense. Окей. Так, что у нас еще есть? Фигурки. А, мы окно не пробовали, господи. Я и забыл. Оу. I sense trouble. Быть беде. А что тут мы видим? Есть... Сплетничать. Сплетничать. В смысле сплетничать? А, он будет разговаривать о соседях, а ну? The Murrays are really very nice people. When we were children, Ronald and I often played with Cooper. But after the divorce, he went to live with his mother. Ага, понятно, тут был когда-то их друг. One of the countless houses of the Wayne family. Mr. Wayne is not often seen here in the city. He never stops by to talk with anyone. Понятно. That house has been for sale for years, but nobody has ever seen the owners. Nor is it clear if the mysterious Mr. Richards even really exists. Понятно. И, соответственно, у нас тут просто выход и фургончик. That must be the van of the moving company. I absolutely have to find a way to get in there before they finish and leave. That's not a dinky toy. It just looks small from up here. Типа взять отсюда, она же маленькая. I knew I should have taken that correspondence driver's class. Listen, little van, don't move until I find a way to get out of this house. Capiche? Capiche? Я могу взаимодействовать, камнем кинуть. I don't follow. Я не понимаю. Таблетки. I wouldn't know how to use it. Так, может закинуть вниз? The use of the mouse is not meant... Я сейчас метод нагрудного тыка, понимаете? И дело в том, что в любой из головоломки есть свой определенный принцип. И надо понять этот принцип. И когда понимаешь принцип головоломки, то она становится уже не такая сложная. Так как я все еще разбираюсь, мне интересно. Для меня некоторые принципы, конечно, непонятны. Слушай, а что у нас тут? Это не делается. А что у нас есть? Так, это нельзя. Everyone has a good plan, which will not work. Так, это потыкать только можно. It won't work. Это не работает. Это если постричь что-то надо было. Жвачка. I could never chew at all, even if I had an eternity in front of me. And I fear I do. Так. Ну, пока что не вижу. Ладно, ладно, уходим. Так, Мишка, хочешь жвачки? I don't think I'll make any progress by doing that. Нет. А слушай, я могу как-нибудь типа это закинуть? Лучше нет. Камень вот этот. The use of the mouse is not meant for actions like this. Понятно. Таблетки. Таблеточки. I feel a strange energy which compels me to do things I don't want to do, but I'll resist. Ну я буду. Типа мы его заставляем делать. Прикол. I don't follow. Я тоже не понимаю, как это все действует. Я сейчас догадаюсь. I don't understand what you're trying to get at. Тоже не понимаю. О, у нас тут смыв есть. Я только заметил, что у нас еще. There will be no peace for our quiet time. Нет времени уединяться. Sometimes I'd like to be on the other side of the screen to make you do foolish things. Опа. What? Серьезно? Серьезно это? Спасибо, что разбил мой экран. $100 просто, вот. Спасибо за это. Бонзай! Бонзай. Бам. Have you seen, boss? I opened the door. Bravo, well done. But now let's go, it's lunchtime. I like eating. Я люблю come есть. On, move. Окей. Это было, по всей видимости, больно. What a blow. Что за дела? Я не знаю, есть ли тут какое-то нетипичное прохождение этой головоломки. Это очень забавно, я уже здесь вижу некоторые отсылки. Да-да-да, заметили? Пишите в комментариях, если вы это заметили. И вообще вот на этом экране все, что сейчас заметили к отсылкам, напишите в комментах. Потому что тут отсылок на самом деле большое множество. Ну, а на этом мы сегодня закончим. Огромнейшее всем вам спасибо за просмотр. Всем удачи, до скорого. Пока!